Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Я Наталья Жижко, художник, и в этом сезоне мне оказана честь проверять ваши работы и оценивать их. Сразу хочу отметить положительные моменты этого сезона. Очень высокий уровень работ, много профессиональных художников. Увеличилось количество участников категории 30+, значит, растет творческий потенциал. И расширилась география участников конкурса. Это здорово. Безусловно, вы все очень талантливые люди, много креативных и интересных работ, и вы поставили меня перед сложным выбором среди такого многообразия интересных работ выбрать лучшее. Прошу понять меня правильно, я не могу отметить всех художников, поэтому отмечаю художников, чьи работы мне понравились больше всего. Итак, сразу хочу отметить самую маленькую участницу конкурса Варвару Мороз. Сказочная работа. Варя, ты большая умничка. Майя Ляшенко. Браво. Интересная работа. Анастасия Козырева. Очень талантливые работы. Ирина Камышан. Прекрасная работа. Анна Ломанова. Браво. Ольга Пушкина. Чудесная живая работа. Анна Чечерина. Очень живые и профессиональные работы. Анжела Рюэль. Прекрасная работа и по смыслу, и по исполнению. Фёдор Усачёв. Браво. Интересная работа. Надежда Маркевич. Чудесный городской пейзаж. Ольга Иванкина. Браво. Прекрасные профессиональные пейзажи. Классика с прописанными деталями. Светлана Карлан. Легкие, красивые работы. Татьяна Творцова. Интересная работа со смыслом. Валентина Куцевол. Профессиональная и реалистичная работа. Лизетта Вайс. Прекрасная работа. Браво. Алла Лоскутова. Очень талантлива. Лена Данаева. Философская работа. Чудесно. Ирина Гуменюк. Прекрасные, очень тонко и профессионально исполненные иконы. Божественно. 10 баллов. Ирина Зарубина. Очень талантливые работы. Браво. Валерий Горобец. Все работы чудесные. Итак, конкурс закончен. Подводятся итоги. Хочу пожелать всем участникам удачи, успехов, творческого потенциала. Работайте, не отчаивайтесь, у вас все получится. До новых встреч. С любовью и уважением, ваша Наталья Жижко.